столице Чувашии проходит студенческий театральный фестиваль «Абрикосовый сад». В нем участвуют непрофессиональные коллективы из районов Чувашии и соседних регионов. Мастер-классы, встречи с актерами, показы спектаклей. Так выглядит каждый из 5 конкурсных дней. Что привезли соседи из Ульяновска, посмотрела Юлия Важенина. На сцене актеры студенческого театра из Ульяновска. На фестиваль «Абрикосовый сад» они приехали уже второй раз подряд. С постановкой «Очень простая история» по пьесе Марии Ладо. Это очень хороший литературный материал. И это действительно очень интересная, простая история. Фестивали такие проводить нужно обязательно. Потому что, ну, это то же самое, что растить цветы только для себя. Ведь цветок, когда он взрослен, ведь его хочется подарить. Настя Игонина – один из самых ярких цветов из этого букета. Вообще девушка учится на архитектора, но вот уже 4 года все свободное время посвящает театру. Я играю роль хозяйки, и моя дочь немного пошалила, и мы будем это исправлять. Сейчас, пока я стою здесь, ниже сцены, я, ну, не могу сказать, что я прям как-то сильно переживаю, но как только все кулисы раздвигаются и начинается спектакль, и такие чувства, что просто все очень сильно напряжено. Как унять волнение перед выступлением? Какие инструменты помогут передать режиссерский замысел и для чего нужно фехтование на сцене? Об этом участникам фестиваля рассказывали и показывали на мастер-классах. Каждый конкурсный день самодеятельные актеры встречаются с разными представителями театральной профессии. Но главное все-таки конкурс, в котором каждому хочется победить. Оценивать, конечно, сложно, потому что все-таки это ребята, у которых основная профессия другая, они не занимаются профессиональным театром. Но тем интереснее, потому что люди, не связанные с театром, они всегда думают немножко по-другому. Мне кажется, это очень круто, то, что люди занимаются этим, и более того, они хотят этим заниматься. Фестиваль продлится еще один день, а уже 12 декабря мы узнаем имя победителя. Юлия Важенина, Юлия Дзюкова, Игорь Зверев, Республика.